Всем добрый день! С вами Лана на канале «Измени свою жизнь». Оставайтесь со мной, и вы узнаете, как же я обновила свой гардероб на осень и что я купила на летних распродажах. В этом видео я покажу вам хорошие, качественные вещи, которые я купила в галерее Лафайет, не переплачивая за них. А также вы узнаете, какие мои главные принципы при покупке вещей, так как я работаю стилистом, и я знаю, что именно делать, чтобы, не тратя огромные бюджеты, пополнить свой гардероб на многие года. Почему я употребила это слово на многие года? Я хочу, чтобы вы понимали, что когда подходишь к выбору вещей с рациональностью, смотришь на состав. Мой главный принцип – это состав вещи обязательно. Она должна быть из хороших натуральных материалов, которые вам послужат годами. И мой второй принцип – если я покупаю дорогие вещи, то инвестирую прежде всего в базовый гардероб, в такую базу, которая послужит мне не один сезон, а также инвестирую в дорогие сумки и обувь. А вот ультрамодные сезонные вещи вы можете покупать в дешевых магазинах, не так уж обращая внимание на состав, потому как вы можете пару раз одеть эту вещь и спокойно душу выбросить, потому что ультрамодные вещи очень быстро выходят из моды, и на следующий сезон она вам уже не пригодится, эта вещь. Еще моя мама мне говорила в детстве, что мы не такие уж богатые, чтобы покупать дешевые вещи. И я часто вспоминаю эти слова, как моя мама была права, так как всю мою жизнь, если что-то покупаю, то я всегда смотрю на качество. Если покупать только дешевые вещи, то нужно постоянно обновлять свой гардероб с каждым сезоном полностью, а это на самом деле намного затратнее и намного дороже обойдется вам. Итак, приступим. Что же я купила? Вот мои покупочки. Как вы видите, все галерея Лафайет. Еще кое-что уже распаковано, и я поносила немножко. Вот еще. С чего мы начнем? Сразу я хочу сказать про эту блузку. Эту я купила блузку, сейчас тоже на распродаже. Это Ralph Lauren. И чем необычный материал этот, он очень мягкий, нежный. Посмотрите поближе, вам покажу. И это коттон, который напоминает по качеству марлю. Он такой нежный, обалденный кожи, он прям как облачко. И эту блузку очень шикарно можно носить с джинсами, потому как она придает какой-то такой романтичности образу и смотрится просто неимоверно шикарно. И как вы видите, в предыдущем видео я говорила, что я иногда покупаю вещи больше по размеру. Это блузка размер L. Потому как я хотела именно такую оверсайз блузку. Это, во-первых, очень модно, а во-вторых, меня это стройнит. Купила вот такую классную маечку. Если близко посмотреть на нее, то увидите, она такая вся в рубчик. Очень приятная тоже на тело и очень хорошо, вы сами понимаете, сочетается просто со всем в гардеробе. И еще я купила вот такую классную футболочку с длинным рукавом от фирмы Pablo. И в ней, что необычного, это 100% лен. Тут уже вы видите размерчик у меня S1. То есть все вещи, как вы сами понимаете, надо мерить, и размеры не всегда совпадают. И многие просили озвучивать цены распродаж. Поэтому вот галерея Lafayette чек. В этот день я потратила, как вы видите, 123 евро. Следующая покупочка – рубашечка в клеточку от фирмы iCod. И у нее была цена 85 евро, и я заплатила всего лишь полцены. Она шикарнейшего качества, близко покажу вам. Надеюсь, вы увидите.
Тепленькая такая, тут и котон, немножко шерстью качество. И она будет классно смотреться с красной помадой, мне так кажется. Вот примеряю для вас маечку. Как вы видите, очень классно сидит она на любой фигуре. Не зря же Ralph Lauren качество. Следующий магазинчик, что я посетила, это Un de Trois Paris. И тут вот такие вот скидки классные. Купила я три вещи. И там я купила два платья и один поясок. Эти два платья вы на моих видео уже видели. А также этот поясок с кисточками вы уже видели. Но я хочу остановиться на платье-рубашке, которое цвета хаки. Это платье, во-первых, очень модно в этом сезоне, а во-вторых, это не просто как платье можно носить, но еще как летнее пальто. Нелегко самой себя снимать. Не знаю, как вам показать. Лучше вот. Вот так вот. Платья были порядка 100 евро цена, но обратно же 50%. Плюс этот кожаный ремень тоже стоил недешево изначально, 69 евро, видите, но у него была скидка 70%. То есть все мне обошлось в порядка 120 евро, я потеряла уже чек. И мне дали также карточку лояльности, которая дает мне всякие привилегии в этом магазине. Давно хотела такую сумочку вечернюю. И моя любимая фирма Фурла итальянская. Посмотрите, как классно упаковано. Вот такая вот сумочка, которая с цепочкой, которая, как вы видите, кроссбади носится. Очень классная тут цепочка, очень прикольная. И такой замочек, что в этой сумочке тоже было. Видите, какая скидка огромная, потому как тут нету ключика к сумочке. Ну, ключик мне в принципе не надо, хотя мне сказали в галерее, можно написать напрямую фирма Фурна и сказать, что я купила сумочку, которая не доставала ключика, и ключик мне пришлют. Это я не знаю, можно попробовать. Хотя так думаю, а зачем этот ключик надо? Вот закрой сумочку, потеряю ключик, не смогу открыть. И вы видите, вот полная цена сумочки. И я заплатила на 40% меньше. Вот считайте сами сколько. Потом я купила еще одну сумочку. В этот раз Massimo Dutti магазин. И эта сумочка мне вообще очень дешево обошлась, и она будет очень шикарно смотреться, мне кажется, со спортивной одеждой, даже с простой футболкой или майкой вообще, и кроссовками, что очень люблю белые кроссовки иногда носить, что очень много хожу, занимаюсь спортом. И вы видите, тут была шикарнейшая распродажа в Massimo Dutti. Вместо 89 я заплатила 29 евро. И сумочка вся из кожи. Вот. И внутри вот такая хорошенькая тоже с кармашком. Помните, вам говорила про дешевые вещи? То я посетила вот магазинчик такой Промод и купила всего за 12 евро вот этот интересный полувер. Толстовочку, которая с аппликацией. Очень классная аппликация сделана, посмотрите. Ну, качество само так себе. Ну, на пару сезонов, я думаю, классно поносить. И она, мне кажется, будет классно смотреть на вид, смотреться на видео. И последняя покупочка, предпоследняя. Это вот эта блузочка, что вы тоже уже видели, от Massimo Dutti. Тоже за нее заплатила всего лишь 15 евро, она была на распродаже. И мне понравился цвет, вот такие рукавчики прикольные. Это как бы трендовая покупка, она быстро выйдет из моды, поэтому не заморачивалась за счет суперкачества. Из того, что меня поразило очень сильно, я нашла в галерее Lafayette Vintage отдел, где я купила просто шикарную винтажную рубашку. Вот такую вот, посмотрите.
Просто вообще 70-е, то, что очень-очень все модно с такими клепками, варенка, рубашка. И вы посмотрите, какая цена смешная. Прям 20 евро, еще минус 30% я заплатила. И это мы говорим за галерею Лафайет. Представьте. И рубашка эта смотрится просто не то что шикарно, а супер шикарно. Я уже жду, прям не дождусь ее поносить, поюзать. Видите? Просто класс. С такую цену, что я заплатила. Ну и последняя покупочка. Это я купила две наволочки от фирмы, которая называется Absolument Maison. И они такие классные. Вот полная цена у них была всего лишь 29 евро. А по скидке в галерее Лафайет я получила их за 29 за 2. 50% скидка. И вот сейчас открываю вместе с вами посмотреть. Вот так вот. Вот такие наволочки. И тут на завязочках. Потом, как мы живем сейчас в гостиничном номере, и мне хочется как-то обустроить. Мы свои подушки привезли. И вот сейчас я одену в шикарные новенькие наволочки. Вот такое видео сегодня получилось. Надеюсь, что вам понравилось. Напишите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось, а может, что вам больше всего не понравилось. И что бы вы купили, а что бы вы, может, никогда не купили. И жду вас в следующий раз. Пока-пока!